Всем привет! Это, к сожалению, не полный обзор машинки. Я не успел ее хорошенько потестить, погонять на ней и испытать все ее качества при езде, поскольку вскоре после всего того ракинга, который вы видели в начале ролика с машинкой, произошло буквально следующее. Дымит. Капец. Таскаем батарейку. Для тех, кто не понял, объясню, что в машинке без причины возгорелся ресивер-бокс. Это та штука, которая принимает сигнал от аппаратуры и дает команду сервоприводу и мотору. В попытках идентифицировать причину поломки я зашел очень далеко и выяснил следующее. Процент брака VLTOS L959 крайне мал. Я не нашел ни единого упоминания ни от одного владельца данной машинки о чем-либо подобном, но нашел одного чувака, американца по имени Кевин Миллард. Не то чтобы в русском сегменте интернета не было специалистов, напротив, людей, обзирающих радиоуправляемые машинки, очень много, но все они как-то неохотно делятся своим опытом. Откровенно говоря, из всех, кому я написал, мне ответил буквально никто. Отчаявшись, я написал Кевину, у него свой канал на ютубе, где он делится своими советами, различно модифицирует свой L959 и делает много классных обзоров, и он молодец, ответил быстро и по делу. Так вот, он поведал мне, что у него большой опыт использования радиоуправляемых машин, но такого не было еще ни разу. Поначалу я грешил на батарею, однако по мнению Кевина, липошки, это на профессиональном языке литий-полимерные батареи, которые используются в L959, в плане глючности довольно надежный, и скорее всего это просто бракованный экземпляр чего-то из элементов управления. Машинки. Возможно, закоротилось что-то в ресивер-боксе и ток от батареи пошел обратно, либо на самой батарее был уже большой выход тока и ресивер просто не выдержал подаваемого напряжения. Хотя это маловероятно. Тогда я не будь простаком, а напротив, человеком довольно наглым, хоть и вежливым, написал об этом всем продавцу на Алиэкспрессе. У нас был довольно длинный диалог, мы обсуждали все детали около недели, и я уже было вовсе отчаялся, заказал запчасти в магазине tamart.com. Заказал много, взял ресивер, бокс, батарею и на всякий случай мотор и сервопривод. В общей сложности набрал запчастей на сумму что-то около $30. И когда мне все это дело уже из Тмарта выслали, продавец с Алиэкспресса Пол Цуй сказал, что вышлет мне все необходимые детали бесплатно, что он очень сожалеет о том, что случилось, выдал мне трек-номер и пожелал приятного дня. Честно сказать, я был в шоке, потому как сразу после получения посылки с машинкой я был в состоянии эйфории и подтвердил получение заказа. То есть больше недели прошло с тех пор, как заказ был завершенным. В любом случае, я не смог бы доказать свою правоту даже в споре. Для тех, кто в танке, повторюсь, чтобы вы прочувствовали всю суть ситуации. Я получил машинку и подтвердил заказ. Погонял на ней около недели, потом она сломалась. Я написал об этом продавцу в Китай, и он мне выслал дорогостоящие запчасти бесплатно. И при этом еще выдал мне трек-код, пожелал приятного дня и извинился передо мной. В общем, китаец молодец, и ко мне теперь идет целая куча запчастей. Когда все это дело придет, я поменяю ресивер и батарею, погоняю на машинке, и тогда будет полный обзор. Ну а пока, ставьте под видео свои оценки, пишите в комментариях свои предположения о том, что могло случиться с машинкой и какова все-таки причина возгорания. Пока!